Добрый день, дорогие друзья, любители и почитатели ZIP. В этом выпуске я хотел бы рассказать вам о нескольких моделях, называемых Collectible of the Year, сокращенно COTY, или совсем по-простому котики. Это коллекционные модели 1993, 1994 и 1996 годов. Zippo 850-286, Collectible of the Year 1993, Virgo Girl. После выхода в 1992 году своей юбилейной модели. В следующем, 1993 году, компания Zippo в качестве первой Collectible of the Year коллекционной модели года представила ограниченную серию зажигалок. Зажигалка помещалась в жестяную коробку с изображением на крышке рекламного постера с девушкой Винди. Классическая модель зажигалки выполнена в отделке High Polish Chrome. С оловянной накладкой на корпусе в виде варги, она же Винди. Девушки с картины «Ветроустойчивая красотка» известного пинап-художника 30-40-х годов Энна Хоболиса. Знаменитое изображение девушки, прикурящей на ветру, от Zippo впервые появилось на рекламной странице в декабрьском номере журнала Esquire в 1937 году. Подпись гласила: она прошла тест на поклонника. Впоследствии ее изображение наносилось на коробочки, в которых продавались зажигалки Zippo в период с 1938 по 1941 года. Штамп на зажигалке представлялся стандартный. Марта 1993 года. Существовали несколько прототипов зажигалки, которые не пошли в производство. В посеребренном корпусе с позолоченной накладкой, латунная зажигалка с гравировкой и в High Polish хроме с гравировкой. Zippo 236 DD Collectible of the Year 1994. D-Day Normandy 50 Anniversary 1944-1994. Коллекционная модель вышла в августе 1994 года. Посвящена 50-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году. Зажигалка укладывалась в жестяной оригинальный бокс округлой формы, оформленный в золотых тонах, с юбилейной символикой и батальными сценами. А внутри классика. Черное на красном. Или красная на черном. Модель выполнена в классическом корпусе с покрытием Black Crackle, имитирующим оригинальное покрытие зажигалки Zippo периода Второй мировой войны. В годы Второй мировой завод Zippo перешел на выпуск зажигалок из стали, так как все остальные металлы считались стратегическими и использовались только в военных нуждах.
Почти 100% продукции ZIPA продавалось вооруженной силой США. Зажигалки этого периода красились черной краской, и после краска запекалась, образуя так называемый Black Crackle – черный паутинчатый рисунок или кракелюр. Делалось это для того, чтобы металлическая поверхность зажигалки быстро не изнашивалась из-за ржавчины и не бликовала, давая тем самым вражеским снайперам удобный случай для выстрела. Накладка на корпусе в виде латунной эмблемы выполнена по образцу нашивки, носимой союзниками на рукавах военной формы. Штамп закрашен, так как до начала 2000-х краска на данном штампе не очищалась. Также выпускался набор из 4 зажигалок, состоящий из моделей с гравированными изображениями и фоксимили командующих союзными войсками: генерала Дуайта Эйзенхауэра, генерала Омари Брэдли, фельдмаршала сэра Бернарда Монтгомери и генерала Шарля де Голля. Также в набор входил латунный брелок-держатель для ключей с юбилейной символикой. Zippo 601 Collectible of the Year 1996 Pin-Up Girls. В феврале 1996 года Zippo отдали дань Pin-Up Girls, девушек, которые на протяжении многих лет укрепляли дух и приносили вдохновенные мысли о доме в военное и мирное время. Pin-Up от английского Topping Up – прикладывать, то есть плакат, прикалываемый на стену. Изображение красивой, часто полуобнаженной девушки в определенном стиле. Официально термин впервые был употреблен в начале 40-х прошлого века, но самому явлению уже более сотни лет. Зажигалка уложена в красивый жестяной бокс с изображением девушки-модели. Классическая зажигалка с покрытием High Polish Chrome, украшена накладкой с изображением Joan. Классические черты Joan в дизайнерском платье от Flaming Beauty и царственная осанка подчеркивают завоеванные ею титулы. В образе Joan выступает мисс Steady Flame, американская красавица, пин-ап модель года, королева красоты из города ветров Чикаго. Для декора накладки использовалась эксклюзивная технология печати Technographic, которая гарантирует, что цвета на накладке останутся живыми и яркими, и не потускнеют, и не сотрутся. Количество лимита выпущенных моделей не представлялось и не озвучивалось. Тонный штамп представлялся стандартный февраля 1996 года. Также одновременно с основной был выпущен и дополнительный сет «Сателлит»,
4 сезона, состоящий из 4 зажигалок, с изображениями девушек-моделей. Холли – зима, Эприл – весна, Саммер – лето и Айдерет – осень. На этом позвольте окончить свой очередной обзор. Как всегда, буду признателен за ваши лайки, если этот материал вам понравился. Спасибо, что вы остаетесь с нами, и до скорых встреч!